показать и насколько вообще круто он может себя реализовать за данные 8 минут. Мы прямо-таки сейчас все это дело увидим. Мне, конечно, нельзя так... Ох ты, боже, ты мой! Нет! У Саратова уже есть шанс на доставку первого мяча. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик по нашей любимой игре, и это первая рубрика, которую я сам записываю на свой канал. Суть данной рубрики, да и название, пока еще особо так недоработано, можно так сказать, пока очень-таки сыровато, но я хочу это сделать, я хочу записать, хочу посмотреть вообще на фидбэк, хотел бы посмотреть, насколько это актуально и насколько вам данная движуха нравится, поэтому мы сегодня ее обязательно-таки записываем и смотрим, что у нас из этого получается. В чем же суть данной рубрики? Называется она у нас «Пари в матчмейкинге». Это рубрика, в которой я с каким-нибудь известным, может быть менее известным, может быть более известным человеком буду соревноваться в набитии опыта в матчмейкинговой катке в течение 8 минут. Что касаемо формата, здесь не может быть демо, здесь не может быть джиггернаута. Все просто. Кто набирает больше опыта, не в зависимости от того, выиграли мы данную катку или же проиграли, тот у нас становится победителем. Проиграю или выиграю сегодня я, мы узнаем уже совсем скоро, а сегодня против меня будет играть один из суперизвестнейших игроков ветеран Galaxy, а именно таких, кто может быть, кто? Саратов. Всем привет. Так что я думаю, что особо-таки мы долго данную тему затягивать не будем. Сейчас уже пойдем пикаться. Единственное, что я хотел бы сказать перед началом именно-таки данного пари, это прямо-таки сейчас вы можете поставить данный ролик на паузу и написать в комментарии, кого бы вы хотели видеть в данном пари в следующей части данного ролика, в следующем именно-таки, можно так сказать, выпуске. Что касаемо боя, то здесь мы просто щелкаем быстрый бой, и пусть рандом решит, какой режим у нас сегодня будет соревновательным. Что ты думаешь вообще, Саратов, каковы шансы твои сегодня на победу, и каковы насколько легко ты меня сегодня здесь размотаешь? Насколько легко? Ну, конечно. Ну, я думаю, что шанс у нас где-то 70 на 30. 70 в твою сторону? Чью пользу ты уже сам думай. Ну ладно. Саратов сегодня уверен в победе. Режим у нас будущее регби. Играем мы пока на идентичных сетапах, а именно Викинга Страйкера. В принципе, все, что умеет данный игрок, он сейчас должен показать. И насколько вообще круто он может себя реализовать за данные 8 минут. Мы прямо-таки сейчас все это дело увидим. Мне, конечно, нельзя так... Ох ты, боже, ты мой! Нет! У Саратова уже есть шанс на доставку первого мяча. Но у меня есть первый минус. И именно-таки хэштег банка дно сейчас как никогда кстати. Саратов ничего еще пока не сделал, а у меня, в принципе, еще хуже ситуация, поэтому давайте ее потихонечку исправлять. Что думаешь, Саратов, сетап тот, который ты выбрал для данного катки, подойдет тебе именно-таки для победы? Ты знаешь, я думаю, что скилловый игрок на любой пушке может первое место занять. Значит, сегодня ты готов унижать меня на Викинга Страйкере. Я понял. Ну, постараемся. Нет, сука! Ясно, понял. Просто понял, шансы мои уменьшаются с каждым выстрелом Саратова. Но у меня есть замечательный дрон-бустер, не знаю. А у Саратова, наверное, дрон, как всегда, его любимейший, да? Как он там назывался? Спринтер. Ясно, все понятно. Поэтому шансы, я думаю, что у меня за счет этого появятся. Правда-таки у нас противник везет мяч, и мне бы надо было бы как-то его опередить. Или же это уже не противник везет. Кто везет у нас мяч? Ага, это наш везет, ясно, понял. Тогда мы идем делать киллы. Я же не могу просто некрасиво проиграть Саратову. Но это же будет не по красоте, ребят. Ну как? Как? Я, если уж и проиграю, то надо бы как-то проиграть очень с минимальным отрывом, но не опозориться.
50 опыта. Очков так в 200, да? Ну нет. Но 50 опыта отрыва, конечно, это не так много, но... Я уже понимаю, что этого может быть достаточно тебе. Поэтому надо постараться покилять. Уже отрыв уменьшается, это очень-таки хорошо. Ну и, наверное, единственное, что я хотел бы еще добавить к данной рубрике, это то, что у нас нету второй битвы, у нас имеется только один раунд, только одна катка, и нету именно-таки в плане киберспорта, как у нас имеются, типа там определенные раунды, имеются там 4, например, раунда или 3, где есть шанс отыграться, здесь шанса отыграться у нас нету. Есть одна рандомная катка, и все. Выиграл-выиграл, проиграл-проиграл. Все, что сумел показать за 8 минут, это... В принципе, у нас и все. Так, сотку раздаем в соляндрочку. Дабы увеличить свои шансы на получение еще опыта на респе противника. У меня пока шансы печальные. Что-то ваши шансы, молодой человек, уменьшаются. Да, 285, что-то Саратов, не знаю, чем он там занимается, но пока у меня все довольно-таки стабильно все это дело пошло, на удивление мое, но все довольно-таки хорошо получается, еще и противник что-то особо не играет, уже у нас шестой флаг везет Саратов, вернее мяч, и остается 4 минуты до конца, но я так понял, что данная катка может быть закончена досрочно, и Саратов не ставит мяч, а я его... На эти катки доставляю, что-то у Саратова не пошло. 200 опыта отрыва уже есть, и последний мяч в данной каточке у нас остается. Я хотел, конечно же, чтобы у нас катка продлилась 8 минут, но ничего поделать я не могу с этим. Это матчмейкинг, и здесь можно заканчивать катки досрочно. Поэтому как-то так, как бы сейчас не возмущался Саратов, то, что матчмейкинг его решил обмануть на быстрое завершение катки, но как есть, так есть. 3,5 минуты до конца у нас остается последний мяч на доставочку, и Саратов начинает потеть, да, Саратов? Саратов уже вспотел. Уже вспотел, но по опыту что-то как-то пот не чувствуется. Когда потеют... Ну что-то да. Когда потеют, вроде как бы отрыв должен быть меньше, но... Не получилось, не фартануло. Оставить-то нельзя, Саратов, нельзя ставить, нет? Или ты будешь ставить, или тебе без разницы? Да я не верю, что тебе без разницы. Я думаю, что у тебя должен быть азарт, и ты должен гореть желанием сейчас просто обоцикать одного нуба, который прямо-таки сейчас говорит, но посмотрим, удастся. В принципе, время у тебя еще имеется. Закрыл меня. И на твоем месте я бы сейчас бы встал бы на какой-нибудь верхней точке данной карты, нежели просто стоял перед доставкой, потому что возле доставки стоять это глупо, при том, что сразу же может союзник поставить, и тебе надо наоборот как-то попытаться выиграть время. Все же 2 минуты еще имеются, но парень летит на доставку, и это похоже на победу. Что ты хочешь, Саратов, сказать прямо-таки сейчас? Что не получилось? Почему так легко и просто, даже почти на 200 опыта, у меня получилось оторваться от тебя? И почему ты сначала начал как-то бодренько, нагибадорски, но потом что-то пошло не так? Ну просто в этот раз мои были 30%, а не 70%. А, это значит, ты так хорошо отмазался. Нормально придумал. Ну, а вы, ребята, можете вообще, в принципе, решить. Возможно, мы дадим шанс именно-таки Саратову второй. Возможно, он попытается уже в скором времени исправиться и нагнуть меня в данной супер-мега-крутой эпичнейшей рубрике. Ну, а, в принципе, мы на этом будем заканчивать. Обязательно, ребят, отпишите сейчас в комментарии, понравилась ли вам данная рубрика. Не знаю, насколько она вообще интересна и сыро или не сыро вообще выглядит. Возможно, вы хотите внести в нее какие-то свои коррективы, если они у вас имеются, если имеются какие-то мысли, как можно все это более-менее сбалансированно сделать, может что-то добавить, может что-то убрать, то можете по этому поводу тоже обязательно отписать, и мне было бы интересно посмотреть на все это дело, почитать ваши комментарии и, возможно, таки что-то интересное там увидеть. У меня на этом сегодня все.
Если вы не поставили лайкосик, то прямо-таки сейчас его вы еще можете успеть поставить. Также не забывайте, ребят, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые ролики. Также у нас сейчас в группе ВК имеется конкурс на 10 контейнеров, ссылочку на который я обязательно-таки прямо-таки сейчас оставлю в описании. Переходите, выполняйте, участвуйте, нагибайте. У меня на этом все. Всем спасибо. Пока. Всем пока.